проблеми зі щитоподібною залозою часто непокоїть українців. У чому проблема, дізнаватимемося від гості, яка прийшла до нашої студії. Це Катерина Маляр, кандидатка медичних наук, завідувачка відділенням ендокринології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, експертка з напрямку ендокринологія. Тож, пані Катерино, дуже раді вас бачити сьогодні. І справді, з чим пов'язані проблеми зі щитовидною залозою на сьогодні і чому вони так непокоїть українців? Спасибо огромное за приглашение, потому что тема остается актуальной на протяжении уже многих лет. Согласно международной статистике, данным Всемирной организации здравоохранения, патология щитовидной железы в ряде эндокринологических проблем стоит на втором месте после сахарного диабета. А сахарный диабет признан официальной пандемией с 2009 года. Статистики такой четкой, которая существует по диабету, к сожалению, по щитовидной железе во всем мире не существует. Не существует среди с многоликостью самой проблемы, с большим количеством разнообразных диагнозов. Общей цифрой является только то, что более 2 миллиардов людей в настоящий момент на земном шаре живут в зоне умеренного или выраженного ее дефицита. Ее дефицита – это является одной только из точек, которая влияет на развитие разнообразной патологии. Угу. Тобто, якби ми вживали більше йоду, то, можливо, ми могли забезпечити свій організм тим необхідним, так? Що не дало би можливість розвиватись? Чи ні? Чи треба ще більше, окрім йоду, ще багато чого? Якщо ми подивимося на географічну карту світу, то якщо говорити о зоні її дефіциту, це дійсно так. Але, к сожалению, существують зони, наоборот, які перенасичені йодом. Это, к примеру, вся Южная Америка, часть Центральной Америки, и там ситуация выглядит наоборот. Угу. То есть вот у нас такая неоднородная планета. Нам треба вживати йод. Если говорить про профилактику йодного дефицита вообще, то в целом это не йод, я бы сразу хотела отметить, это не йод, который мы пользуемся в медицинских целях. Это ни в коем случае не йод жидкий, потому что, к сожалению, иногда в различных изданиях, не медицинских, а, скажем так, народных, вот такие советы присутствуют. К примеру, там 30 капель йода в молоко, но стоит сказать, что одна капля йода иногда для отдельного человека это месячная потребность. А йод сам по себе жидкий, обладает забагенным эффектом. Поэтому это должно быть индивидуально. Безопасной является только массовая профилактика с помощью йодированной соли. Ну, сіль, да. Так. Просто купувати не звичайну, а йодовану. Да. Морську йодовану сіль, да. Можливо, так, да. Так? І все. І ми можемо забезпечити повністю весь запас. Да, это отдельная тема, и если будет вопрос, хотелось бы поговорить подробно на это. Так, а звичайно, з чим же ми ось пов'язано це, ми вже з'ясували, але от після Чорнобилю ми всі почали хвилюватися, що такі проблеми зі щитовидною залозою, у нас їх стане більше, і ось пройшло вже от багато років, так, і ми все одно відчуваємо ті наслідки, які тоді ще були гострими, а зараз вони все одно нас турбують. Ну, если говорить вообще о факторах, которые ведут к проблемам с щитовидной железой, их несколько. Ее дефицит, который мы кратко коснулись, это один из только факторов. Второе – это ионизирующее излучение, и, безусловно, проблема Чернобыльской атомной станции до сих пор остается актуальной, потому что в связи с полураспадом самого элемента мы отзвуки этой проблемы имеем и будем иметь еще на протяжении многих лет. Достоверно известно, что все люди, рожденные между 1968 годом и 1992, являются особо активными, особо как бы угрожаемые категории в плане возникновения патологии щитовидной железы. Наиболее угрожаемая категория – это те люди, которым на момент аварии было 5 лет. Третий, скажем так, значимый фактор – это наличие различных полезных, в кавычках, ископаемых. Если говорить про нашу область, это уран. Это чрезвычайно активный элемент, который также влияет на формирование узловых форм, на формирование патологии щитовидной железы вообще. Скажем, вот эти первые три фактора – йод-дефицит, ионизирующее излучение и урановые рудники, ну и не только урановые, тут, скажем, можно расширить эту тему. Ну, багато, это такие, тут, да, как бы основные факторы. Если говорить о факторах более мягких, это пол и возраст. Женщины наиболее подвержены возникновению различной патологии щитовидной железы именно в силу своего гормонального фактора. И женщины заболевают любой различной патологией в 7 раз чаще, чем мужчины. Но
женщины наиболее в то же время благоприятные по поводу терапии. Женщин проще лечить. Женщины более активно отзываются на медикаментозную терапию. А, тобто вони можуть приймати препарати, так? Да, женщины болеют чаще, но женщин проще компенсировать и проще с ними зачастую удается справиться без оперативных лечений. Мужчины болеют намного реже, но мужчины, скажем так, наиболее вот... Запускают, мабуть, цю проблему. Запускают и в силу анатомических строений. Щитовидная железа у мужчин, как правило, локализуется за грудиной. То есть, ой, а я хотела как раз запитати, на що треба звертати увагу от, просто зовні, щоб не допустити потім до таких тяжких наслідків, коли нам доводиться вже терапію приміняти, або навіть хірургічні втручання? Очень хороший вопрос. И скажу почему. Потому что приведу статистику американцев, которые говорят о том, что без проведения ультразвукового исследования мы можем найти проблему визуально только у 5% населения. Mm-hmm. А вот если мы проводим ультразвуковое исследование, статистика давалась по различным штатам, у них тоже есть различные более и менее благоприятные территории, 19-67%. То есть зачастую визуально и клинически нет никак. То есть особенно узловые формы, которые зачастую оказываются раком, может оказаться различными формами неприятных последующих событий, они видны только при проведении ультразвукового исследования. Угу, ну так, а це ж треба все одно якимось чином дійти до того, щоб вас направили саме на таке дослідження? Ну, сейчас я скажу так, это не проблема. У нас медицина, к счастью, наверное, имеет сейчас различные формы собственности. Это и государственная, и частично страховая, и большая часть частной медицины. Почему нет? Собственно говоря... Ні, я маю на увазі, що людина не завжди буде розуміти, що от мені тут сьогодні треба ще то подібну залозу перевірити, ну, так? Ну, дійти треба самі. Нет, скажем так, если, знаете, это вот как мы говорим про диабет, все население старше 40 лет, да, должно хотя бы раз в год проверять уровень сахара. И то я хочу сказать, натощак это один уровень гликемии может быть, а в течение суток могут быть разные варианты. Так вот, собственно говоря, если человек имеет, конечно, какую-то проблему уже, и он про нее знает, но, собственно говоря, такие пациенты, как правило, они являются запущенными. Они так, таким тем или иным образом контактируют либо с эндокринологами, либо с семейными врачами и все-таки находятся в пуле какого-то наблюдения. А если говорить о том, что человек даже не подозревает, что у него может быть такая история, ну, хотя бы надо сделать скрининг. Вот я же говорю, что американцы говорят о том, что при скрининге, именно там, где человек никогда ничего не думал, от 19 до 67% находится впервые. Еще навіть немає порушень зі сном пов'язаних, так? Немає ничего, нічого, зайвого ничего. Ваги, нічого, абсолютно ничего. Ничего нету. Если функция не нарушена, а вот вся опасность в том, что когда мы имеем онкологию в незапущенных стадиях, это могут быть чаще всего, ну, скажем так, на 90%, может, меня коллеги-хирурги, безусловно, поправят, но порядка 90% это никак не проявляющиеся клинические узловые образования, которые мы не видим, они не дают никакого клинического эффекта, никакого субъективного эффекта у человека. И такие ситуации иногда диагностируются довольно поздно, к сожалению. Лікування, наскільки воно може бути легким на перших стадіях, і як воно потім проявляється, вже коли людина запустила себе, і коли вже, або, наприклад, не знала, так, а прийшла вже в пізніх стадіях? Мы, к сожалению, и вот тут я вспомню опять Чернобыль, мы продолжаем сталкиваться с довольно частыми формами различных онкологической патологии щитовидной железы. И я хочу сказать, что раков щитовидной железы, их, это не одна форма. И, скажем так, если про рак можно сказать, что это более благоприятная история и менее, так вот гистологических форм рака в щитовидной железе несколько. И есть такие, которые очень хорошо лечатся, и пик по возникновению раков после Чернобыльской аварии пришелся с 98 года и продолжался фактически до 2008. Это был такой... Мы зараз, до речі, бачимо тут деякі варіанти. От ви можете пояснити. Собственно говоря, это сама гистологическая ткань щитовидной железы, которая показывает о том, что в щитовидной железе присутствуют два типа клеток. Это
фолликулярные, парафолликулярные, то есть, собственно говоря, из которых развивается сама патология. А есть еще совершенно отдельная история, которая связана с кальциевым обменом. Это циклетки, которые продуцируют кальцитонин. То есть щитовидная железа и как бы ее соседи паращитовидные железы – это две зачастую проблемы рядом. Угу. Тобто виходить, що ми ось таким чином, коли ми не запускаємо проблему, ми можемо швидко з нею впоратись. Безусловно. Є медикаменти, ну от буквально там за скільки? За місяць, за два? Скажем так, якщо діагноз подтвердить рак, мы можем только гистологически. Пациенты часто пытаются избежать этой проблемы, и по-человечески это понятно. Никому не нравится иголками протыкать свою собственную шею. Но, к сожалению, никакого другого достоверной методики, кроме как проведения тонкоигольной аспирационной биопсии, не существует. То есть, когда мы получаем биопсию, у нас грамотные цитологи в городе, собственно говоря, те лечебные учреждения, которые делают эти манипуляции. Врачи давно работают, очень грамотные доктора, это ряд лечебных стационаров, лечебных учреждений города и области, то вся онкология, она только оперируется. Другое дело, что есть разные подходы в настоящий момент. Сейчас показаны уже, разрешены, скажем так, органосохраняющие операции, но все-таки онкология оперируется. А вот если мы говорим про другие ситуации, да, и там целый ряд различных патологий, то есть патология щитовидной железы – это не только узлы, так вот большая часть, она, частью терапевтичною, звісно. Ось справді люди, які вже зараз стурбовані проблемою, так, і хотіли би, наприклад, захиститись від ковід, так, і вони хочуть зробити собі, наприклад, щеплення. Чи є протипоказання, проблеми зі щитовидною залозою, які вже, наприклад, на якійсь стадії відбуваються? Нет, я би начала, наверное, немножко з кінця. По поводу, что может противостоять, скажем так, или быть нежелательным при вакцинации, есть перечень состояний, которые при любых вакцинациях, скажем так, дискутабельны. И патология щитовидной железы сюда как раз, собственно говоря, не входит. Но я бы сказала про другое, что в настоящий момент мы видим после ковида, как очень много ситуаций, которые связаны с сахарным диабетом. Мы видим очень много впервые выявленного сахарного диабета. И мы видим очень много диабета, который декомпенсировался. То есть пациенты, к примеру, ранее были на таблетках, и в настоящий момент они вынуждены получать инсулин и пересматривать всю терапию. То в плане щитовидной железы мы видим после ковида ряд историй, когда человек, к примеру, был пролечен по поводу диффузного токсического зоба 4 года назад, 5 лет назад и так далее. Но в настоящий момент, вдруг нежданно-негаданно, после ковида мы получили рецидив. То есть с этим надо быть осторожным. Ось мы бачимо карту, так, розповсюдження. Да, это то, собственно говоря, с чего мы с вами начали разговаривать. И я хочу сказать, что вот ее дефицитом, посмотрите, пожалуйста, вот все оттенки, да, там оттенки фиолетового цвета и сиреневого, это все ее дефицит. Вот нету статистики по Канаде, вот казалось бы так интересно, они эту проблему немножко по-другому трактуют. Но, собственно говоря, а все вот как раз черные места, это наоборот там, где йода избыток. И это тоже является проблемой, потому что так как недостаток, перекос в одну историю, и я хочу сказать, что недостаток йода, он очень опасен для беременных женщин, он очень опасен для детей. Может быть, когда-то будет повод поговорить по этому поводу более развернуто. И я хочу, вот спасибо, что вывели на экран этот слайд. Это исследование, собственно говоря, ему уже больше 20 лет. Но в свое время было очень интересное исследование врачей. Это были педиатры, эндокринологи и психологи, которые провели скрининг по детям младшего дошкольного возраста, детские садики. И параллельно проводилась оценка таких функций и центральной нервной системы, и таких как восприятие, внимание, оперативность, память и моторика. И параллельно определяли уровень ее дефицита. И обратили внимание на то, что корреляция прямая и очень жесткая. Там, где у ребенка определялся жесткий ее дефицит, там, к сожалению, страдали все психологические функции. Ось так, треба дуже уважно за цим слідкувати і перевіряти, так? Час від часу дітям можна перевіряти? В чому существує великий нюанс? В 2007
2022 году программа ликвидации ее дефицита в Украине, она была свернута на государственном уровне. Мое личное мнение, что про нее просто забыли. Она не несла финансовые нагрузки, она не несла каких-то вот таких масштабных разрушений для человеческого здоровья, на первый взгляд, как, к примеру, там диабетическая стопа или отсутствие инсулина. Наверное, вот по каким-то таким причинам. Поэтому одним из как бы последних пунктов, почему возникают проблемы со щитовидной железой, это в том числе отсутствие четкой стратегии на уровне государства. Но, к счастью, вот что я вижу иногда периодически, государство наше сотрудничает с фондом ЮНИСЕФ, и я думаю, часто в городе можно видеть плакаты, посвященные тематике, во всяком случае, они очень... Одно время плотно были на различных рекламных носителях. О том, ну, что, це ви як лікар звертаєте увагу. Знаєте, так? Хто а хочеться, щоб люди дивилися. Хто ж на що обращають внимание? О том, що, ну, от такий там смисл був, що плакати ЮНІСЕФ і наличие йодированої солі дає профілактика здорові і умні діти. Періодично по телевидению така реклама, вона все-таки проскальзывает. Тобто це те, що називається масова йодна профілактика. И дозы, вот, которые, спасибо, вы выводили на слайд, то есть это те дозы, которые должны как бы применяться человеком, я не говорю пациентам, человеком, в районах, которые имеют умеренный йодный дефицит. Украина, для как нас мы смотрели по карте, мы подходит. Относимся да, к зоне умеренного йодного дефицита. В свое время была такая парадигма, что только Западная Украина, и только Высокогорье, только Карпаты, да, то есть другие высокие точки. Ну, к сожалению, ничего подобного. Да, Западная Украина еще более, скажем так, опасная в этой части, но, тем не менее, мы все тоже. И степная Украина тоже. Ну, то будем, значит, ориентироваться на это, будем знать, что нам необходимо хідно, звичайно ж, робити таку профілактику кожного дня і вживати, ну, хоча б сіль йодовану, так? Все ж соль, і я зроблю на цьому акцент, тому що йод або мед літучий, і применяя в сім'ї профілактику з допомогою йодованої солі, невозможно передозуватися. Тобто, а от о препаратах ми все ж говоримо в тих ситуаціях, Когда это нужно, потому что бесконтрольное применение самостоятельно пациентам препаратов там, где не нужно, то есть напомню, что йод, он наоборот имеет забогенный эффект. Там, где человек его принимает и, скажем так, этот контроль препарата, да, извините за тавтологию, не контролируется доктором, то есть можно иметь только наоборот отрицательный эффект. Звичайно, я дуже дякую, що ви про це ще раз нагадали. Звичайно, що треба консультуватися, перевірятись і вживати таку кількість йоду, яка нам просто необхідна усім. Дуже дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, таку важливу тему ми сьогодні підняли. Дякуємо вам, обласному центрові громадського здоров'я, і зустрічаємось з вами вже завтра о 13:30, тож не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий». До побачення.